Привет, ребятки! Привет, наши хорошие! И сегодня, как это и было обещано, салатик классный, пушистый, в преддверии Нового года к столу будет самое оно. Легкий, простый, быстрый, но не очень дешевый, я так понимаю. Не очень. Ну, разориться на новогоднюю ночь. Расскажи мне, какие тренды. Ире не нравится моя прическа, она, я говорю, это в тренде давно, как бы. Просто не все знают. А я называю это Иванушка. Дурачок. Что это за Иванушка? Нормально вроде. Ладно. Что нам для этого понадобится? Давай я сделаю нормально. Он не ложится. У меня навык еще чуба нет. Правда? Да. Ух ты, пошел руки. Не полохматили. Да. Ребят, пишите, как было лучше в комментариях. До или после. Как бы прическа моя трендовая или не трендовая, Иришкина, скажем так. Ладно, что нам понадобится для этого салата, ребят? Сейчас все покажем. Итак, ребят, нам понадобится грудка вареная, куриная одна штука, да, я так понимаю? Половинка вообще. Половинка? Ну, у нас тарелка просто небольшая. Это не в граммах, в количествах, просто в грудках. Половинка. Ну, такая половинка была, у нас просто была половинка. Поэтому будет половинка. Тут 5-6 яйцов, 6 яиц. Вот столько чеснока, ребят, это головка. Ну это по вкусу. Чеснок можно, кто никому не нравится чеснок, может вообще его не ложить. Правильно. Сыр. Сыр. Кусочек. Грамм. Тут, наверное, 100. 100 грамм? 120, может. 120-150. Ну такой кусочек сыра по сравнению с моей ладонью, ребят, не знаю. Твердых сортов, правильно? И орехи. Но это ты много на... Это орехи, но мы покажем тогда, да, сколько мы положим. Розовый виноград. Ну, опять же, можно тоже брать не обязательно розовый, просто мне нравится розовый. А так можно взять и кишмиш, и любой другой, как бы зеленый. Кишмиш. Ну, слово прикольное. Я сейчас тебе вот так вот один раз и все. Никаких кишмишей. Ладно. Поехали, ребят, к самой процедуре составления, приготовления, созерцание и вкушение нашего, да, будущего салата. Сейчас вот. Быстро будет. Да, сейчас уже все будет быстро. Да. Мы просто не стали показывать, как чистим яйцо, как варим мясо. Все это готово. Особенно, как это бью орехи. Ребят, это мрак. Это самое страшное, что есть в салате. Помню еще в детстве, мама мне рассказывала, говорила, когда у меня день рождения был, она говорит, хочешь тортик, бей орехи. Я начинал бить орехи, поэтому... и постепенно начинал понимать, что я уже не хочу тортика. Так день рождения, поэтому теперь, да? Нет. Режем, я так понимаю. Да, режем. Сейчас я ее отберу. Где-то тут кость была. Кость отдадим. Рыжик. Рыжик, ты погиб? Вставай. Иди, на. Иди, на. Давай. Очнись. Отвис. Меленько, да? Да, меленько режем. Немножко не очень бюджетный, конечно, за счет того, что там виноград, но винограда мало. Это вот даже, ну как половину я взяла, половина осталась. Вот это на, ну чуть меньше на 60, чем на 60 рублей. 30 рублей винограда, получается, пополам. Ну да. Рыжика, беляшику, не? Беляшик, он там есть. Вот столько у нас получилось мяса, характерного курячего, с грудки попотрошенной. Красота неимоверная, главное, это будет очень все вкусно. Ну, он слоями салат укладывается, но я решила, чтобы не перемазывать потом каждый слой, чтобы к ложке не прилипало там вот это все. Я решила в отдельной миске просто с майонезом и с чесноком все перемешать. И потом уже выложить этот готовый слой, то есть уже пропитанный. Хорошо. Как скажете? Чеснок? Прям туда? Ну, я, да, прям сюда, в мясо сразу. Все наши зубочки, ребят. Да. Ну, мы просто по вкусу себе, как бы, мы же чеснок любим. Да. Ну, вот. Вообще он называется виноградная лоза.
Еще раз, пожалуйста. Виноградная лоза. Называется. Да, называется салат. Да. Это мне Наташа дала рецепт. У тебя все от салаты Рожка. Наташа. Ну, этот я не могу назвать Наташа, у него уже есть название. Косяк. Ну, можно переназвать. Да, да, да. А вот беляш теперь сидит и грустит. Не стыдно тебе? Нет, мне вообще не стыдно. Почему мне должно быть стыдно? Рыжему два куска беляшу вообще ничего не досталось. Теперь что я делаю? Я добавляю майонезика. Чуть-чуть. Ну так, сейчас посмотрю. Возьму ложку, сейчас начну перемешивать. Сразу станет все понятно. Как-то так оно сильно, наверное. Я могла и ножом, знаешь, сейчас душить. Но раз ты сказал, что мне тоже хочется... Я предполагаю, я не знаю. Мне тоже не хочется сильно мелкие. Просто кажется, что когда крупненькие кусочки будут, ну, будет, да, как раз вкуснее, да. Как такая изюминка, что ли, но вкуснее будет. Ну да, такой насыщенный ореховый вкус будет. Я рукой просто их тогда поразламываю. Вот они сидят, как работники. Вообще, иди мышей ловить. Ну, реакции, ну. Ну, а кто его мясом накормил, Ира? Реакции, куда он, да, тебе пойдет теперь? Вот столько орехов у нас еще осталось, ребят, не все израсходованы, переборщил. И вот так у нас получилось, опять перемешиваем. Перемешиваем, да. Тщательно. Сейчас, чтобы не сильно сухо было, может быть, майонезика сейчас добавлю еще. Ну, чтобы как бы они слышались, что тут орехи, ага, есть вообще. Чуть-чуть я добавлю. Иди мышей лови. На самом деле, ну как бы, если предварительно будет сосваренное уже, то есть если все ингредиенты есть, он же готовится быстро очень. Ну вот мы как, не выключая камеры, можно, да, сказать сразу, да, 5 секунд. И все готово. Майонез. Майонез. Ну опять же, это я так придумала, то есть мне так удобнее просто, чтобы не потом не ждать, пока оно пропитается, все полностью смешать, все. И слоями. Ничего не будем добавлять, ну как бы, чтобы вкус был, ну, такой нейтральный, раз у нас там чесночок присутствует, и орехи, и пусть этот слой будет такого нейтрального вкуса. Барс! Да он не спит, он когтями, ты понимаешь? Да, 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 это яички. Мне с перемешиванием вот этот способ вообще больше нравится, чем... Так она просто быстрее гораздо происходит. Да, да, да. Смысл тот же. Смысл тот же, но просто если бы я намазывала, мне потом надо было его поставить в холодильник, дождаться, пока он пропитается, то есть, ну, как бы все вкусы там... Ну как-то смешаются, да, ну как бы. Я даже для этой, для селедки под шубу так стала делать. Да, правильно. Я все перемешаю, а потом слоями укладываю. Ну, значительно время сокращаю. Согласен. Сыр мы взяли российский. Я на крупную, можно на мелкую. Сыра много не бывает. Тоже мы немножечко майонезика добавим, чтобы у нас один слой прилип к другому. Рвет меня когтя.
перекатываем, как я понимаю, чтобы ничего не проглядывало. Да. Равномерным слоем перекрываем. Ну, на предыдущий слой. Ну что, ребят, наш салат практически готов. Осталось заняться, ну, я так понимаю, украшательством, внедрить в этот салат виноград, и да пребудет с нами сила и счастье. Это будет самая сложная часть. Почему? Ну, потому что. Окутана немного тайной, но мы эту тайну сейчас развеем для вас, да. Нами. Ну, можно так не делать, конечно, если кто-то не хочет, но я не люблю, чтобы были в салате косточки, поэтому я делаю вот так. Никого то есть косточки я эти все убираю. Ну, благо он, видишь, розовый крупный, то есть получается, что это не очень... Виноград помытый, я его просто выложила на салфетку, чтобы он это обсох. И вот так вот. Кто-то есть. Да, виноград надо выбирать сладкий, пахучий, не кислый. Он может быть с косточкой, без косточек, но главное, чтобы был сладенький. Вот. Та-да! Миссия выполнена. Вкусно, элегантно, просто. Да, я тебе не люблю. Повторяйте, ребят, за нами, делайте. Угощайте своих родных, близких, радуйте их чудо-рецептом, чудо-салатом. Вам понравится. Если есть мясо, понравится как мальчикам, если понравятся вот эти фрукты, ягоды, девочкам. А так как там есть и то, понравится всем. Правильно? Сейчас мы попробуем потом и покажем вам уже ощущения. Давай в холодильник на полчасика. Как там? Огонь будет. Да. Что, ребят, настала та благословенная пора, когда мы будем пробовать наш салат. Он чуть-чуть настоялся в холодильнике, остыл, и исходя из этого, он станет несколько вкуснее. Да, смотрите. Что, пробуем? Давай. Даже не знаю, как его отковыривать. Правильно. Это что, с вишенками этим что-то? Значит, будешь отковыривать эти? Виноградин? Да. На без виноградин. Да не надо уже. Ну давай, попробую и так. Ну, сладкий. Да. Ну, нафиг. В этом и смысл. Ребят, ну, дело... Не слушайте его. Скажи еще. Не слушайте. Дело вкуса, конечно. Салат вкусный, со мясом, чесноком. Ну, сами понимаете, тут испортить, в принципе, невозможно. Виноград просто не очень люблю. Ну, как можно с ним есть. Ну, вот сейчас второй раз вот доживал, когда она догнала. Наверное, уже как бы не хватает винограда. Он мог бы быть. Давай еще раз. Ну, давай еще раз. До докуштования.
Ой, блин, как это сложно, все вот эти догоняния вкуса, или как они, послевкусие. Давай. Да сейчас же, подожди. Я вот так же шуплю, ну, там влезет. Все, да, влезет нормально. Размер головы 60-й, поэтому. Вкуснее, ребят. Он виноград и сок дает, не такой сухой салат. Это из вашего вывалилось. И сладость дает, как вот это игра говорит, послевкусие, или как по-умному. Угу. Дополняет, раскрывает. Сочетание вкусов пикантность придает. Да. Так я и сказал. Мы так и поняли. Да. Ладно, ребятки. Всем пока. Счастья, здоровья. Повторяйте, делайте такой салат. Салат огонь однозначно. На столе, как в 2020-м переваливающемся. Ну, с 2019-м на 2020-й. Самое оно. Салат на 2020-й год. На новогодний стол. Всем пока. Счастья, здоровья, успехов, всего самого доброго. С наступающим, ребят. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайк. Жмакайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Мы вас любим, мы с вами. Оставайтесь с нами, вы тоже. Пока.